Итак, наша задача пропинговать и, может быть, потом при желании зайти с помощью Телнета на коммутатор второго уровня. Будем использовать коммутатор типа 2950. Вот они, второго уровня. Подсоединим два хоста к нему. И свяжем их в сеть. Так. Автоматом. Зададим тут 192.168.10. Значит, конфигурация. Шлюз будет 192.168.1.1. А фас Ethernet будет 192.168.1.10. На втором зададим адресацию, значит, шлюз 192.168.1.1. Шлюз нам не понадобится тут, но мы его все равно задаем для порядка. 192.168.1.11. Вот у нас ПК1, ПК2 сконфигурированы. Давайте пропингуем. Значит, IP-конфиг. Вот у нас пропингуем пинг 192.168.1.11. Вот мы пингуем тот хост. Давайте мы пропишем адрес на наш коммутатор. Вот мы зайдем на коммутатор. Enable. Show startup config, нету его. Давайте мы show running config сделаем, есть. Давайте мы запишем running config в rightmem на startup config. Вот у нас появился. Что мы должны задать? Мы должны задать ему IP-адрес и гейтвей дефолтный. Значит, conf-t IP default gateway 192.168.1.1. Вот задали, Ctrl-Z, rightmem. Смотрим мы теперь show startup config. Вот у нас гейтвей появился. Теперь мы должны задать IP-адрес. Это у нас switch второго уровня, то есть работает на уровне Ethernet. Никаких IP-адресов мы на порты навесить не можем. Единственная возможность — навесить адреса на VLAN. По умолчанию на свитчах стоит VLAN 1. Это как бы VLAN для управления. Ну вот на него мы IP-шник и можем повесить. Conf-t. Интерфейс VLAN 1, IP-адрес, значит, 192.168.1.20, скажем, да? 20. Так, тут у меня сбой. 192.168.1.20 и масочку 255.255.255.0 задали. Ну и поднимем интерфейс no shutdown в rightmem show startup config. Вот у нас дефолтный гейтвей есть, который мы не используем реально в данной топологии, и IP-адрес нашего свитча. Давайте пропингуем
наш switch. Итак, вот у нас это пингуется второй хост, а switch у нас 20-й. Сейчас. Вот пошел. То есть он вначале должен был найти адрес. То есть вначале он поиск адреса делал, поиск MAC адреса, и после этого switch начинает нормально работать. Все, мы теперь поставили IP-адрес на switch. Мы можем его пинговать и можем заходить на него для управления.